Весенне-летний период междуреченцы предпочитают проводить на дачах, за городом и на берегах рек. Не стоит забывать и о том, что в это время активность проявляют клещи. Некоторые из них могут быть опасными. В Междуреченске уже зафиксировано 5 случаев укусов клещей. В основном самые опасные участки встречи – природные места отдыха, туристические тропы, а также парки и дачи. Многие забывают о тяжелых последствиях. Вызывает не только клещевой энцефалит, допустим, да, но еще сопутствующие заболевания, там болезнь Лайма. Ну, все это к чему приводит? То есть в основном поражается нервная система. То есть если вовремя не принять каких-то экстренных мер, то, соответственно, может что – произойти. Ну, поражение нервной системы, то есть человек бывает вплоть до летального исхода. Ну, а так бывают парезы, параличи, то есть которые очень тяжело уже со временем лечатся. Клещ впивается в незащищенные ткани. Обезопасить себя очень просто. Необходимо максимально закрывать тело. Если все же вы обнаружили клеща на себе, необходимо сразу обратиться в травмпункт. Его уберут и отправят на обследование в лабораторию.